Здорово всем, с вами Хилхерц, и это у нас бета игры Mortal Shell. Огромное спасибо, во-первых, разработчикам в Дискорде за то, что они предоставили мне ключик для бета. Я пролетел все раздачи, очень старался, даже рисунки просил кое-кого рисовать, но не выгорело. Могу потом скинуть рисунок, который нарисовали. Там была, короче, тема. Нарисуйте босса, возможно, которого вы хотите видеть. Вот, и этот босс будет, возможно, пойдет в игру. Вот, и там типа 25 ключей. Вот, но не прокатило, не фартануло. Вот, что за игра, в общем-то? Очень красивый сеттинг. Здесь есть несколько оболочек. Всего в игре будет 4 оболочки. Я уже на эмоциях 2 часа отстримил. Много посмотрел, много уже знаю. Вот, будет 4 оболочки. Сейчас доступно 2 на данный момент. Давайте обо всем по порядку. Прям максимально подробно, насколько смогу. Это, так скажем, охотник. У него мало хп, очень много стамины. И у него увороты, которые позволяют ему становиться бессмертным. Ну, то есть фреймы неуязвимости, айфреймы. Это вот одна оболочка, вторая оболочка. И четвертая играбельная. Это, короче, воин. Он с двуручным мечом, вроде бы, насколько я знаю. Как-то так. За него мы потом следующий видос запишем. Так, в этом я рассказал про прокачку попозже, когда мы дойдем до этого. Интересного про вещи. Смотрите, на каждой вещи написано, смотрите, simple loot, простая лютня. Сейчас я на ней могу нормально играть. То есть можно сесть и послушать. Видите, слева у меня много звездочек. Для того, чтобы научиться играть, необходимо 10 раз проиграть на ней мелодию. То есть 10 раз ее использовать. То есть научиться. Смотрите, есть вещи, которых я не умею. Например, смотрите, мы сейчас зайдем в колокольчик. Вот, Golden Bell, смотрите, use один more time to... Ну, короче, чтобы узнать больше. Смотрите, используем предмет. Он нам пишет то, что теперь мы знаем, что он делает. И теперь мы можем полностью почитать его описание. Короче, увеличивает resolve на 3 минуты. И можем почитать, скажем так, описание этого предмета, чтобы понять больше о лоре игры. К сожалению, я английский достаточно плохо знаю. Возможно, о лоре я сделаю потом какой-нибудь видос. И так со всеми предметами. Вот, еще из интересного, смотрите. Давайте, наверное, как я это смогу зарядить, я вам объясню. Из интерфейса у нас есть легкая атака. Легкая атака может комбинироваться в комбинацию, как вы можете заметить. Затем у нас есть тяжелая атака. Одна тяжелая атака. Тяжелую атаку, насколько я понимаю, можно зарядить. Нет, нельзя. Тяжелые атаки тоже комбинируются в комбинацию. Из интересного, мы можем делать атаку с разбега, как в Lords of the Fallen, короче, атака в прыжке. После нее нету нормального продолжения, но эта атака очень хорошо стагерит, что позволяет дальше дамажить противников. Вот, что еще объяснить. Есть парирование, но парирование можно делать только если слева снизу видите наш интерфейс. Основная механика это превращение в камень, смотрите. Превращаемся в камень, не получаем урона. Могу держать какое-то время данную обилку. Это очень интересно до тех пор, пока не получу урон. Когда я отпускаю кнопку, я становлюсь обратно подвижным, и видите, кружочек заполняется. Обилка пошла заполняться. Вот, и снова она горит. То есть мы можем, что интересно, смотрите, бить и стать каменным. Это очень удобно в комбинациях делать. Давайте уже немножко поиграем, а то что-то рассказывают. Здесь наши первые противники, мы на них влетаем с двух ног. Оболочка у меня прокачанная, персонаж у меня очень прокачанный, очень мощный. Поэтому, я думаю, вы понимаете, что проблем быть не должно. Здесь есть капкан. Ой-ой-ой, какая неожиданность. Прикольно сделано, прям круто. Здесь есть сразу секретный проход, который не так-то просто заметить. Блин, в игре огромное количество интереснейших механик. Сейчас я постараюсь рассказать вам обо всех. Давайте, кстати, раз уж мы здесь, используем водичку. Есть несколько расходников, которые получаются по мере прохождения игры. Один из них это вот эта вот бутылка. Смотрите, я потратил часть хп, но за это мне дали слева снизу, видите, две полоски горизонтальных. Это позволяет мне использовать обилку. Сейчас я вам покажу. Сейчас на этого противника влечу с двух ног, начну его дамажить. Видите, у меня на поясе загорается сигил. Я могу парировать, но парировать я пока что не покажу как. Я покажу крутую атаку. Вот это крутая атака. Я ее всю профукал, разумеется. Я потратил две горизонтальных полоски. Смотрите, если он сделает на меня захват. Нужен захват именно. Он, видите, меня отравил. А почему мы сразу умерли? Ладно, ладно. Короче, у этой оболочки есть фишка. Если меня отравят, то наша оболочка получает, короче, хилку. И сейчас произошло то, что меня выбили из оболочки. Если бы это была первая смерть, то я бы смог вернуться. Я об этом постараюсь попозже рассказать тоже, если мы отъедем. Смотрите, видите, слева от моего интерфейса появился кружочек. Я не знаю, есть у меня мышка?
Нет, мышки нету. В общем, если у меня есть этот кружочек, то если меня выбивают из оболочки, один раз я могу в нее вернуться. Если я найду на уровне оболочку, я могу, скажем так, два раза или больше возвращаться. Но в демке только один раз можно вернуться в оболочку. Я очень обижен, то, что он меня победил, я вернусь. Здесь есть еще механика парирования, но механика парирования работает только тогда, когда у меня есть возможность... Получается, вот горизонтальная полоска заполнена, только тогда могу парировать. Сейчас, как вы можете заметить, справа снизу у меня 52. Если я верну свою оболочку, то я верну души, ну то есть как в Dark Souls. Первым делом я этим и займусь. То есть, как вы понимаете, персонаж у меня очень прокачанный, но противники тоже очень больно бьют. Вот, я вернул оболочку, все вернулось на круги своя. Атака в прыжке очень эффективна. Ну и как происходит боевка? Мы бьем противника, насколько можем. Если на нас как-то делают атаку, мы можем превратиться в камень. Каждая атака заряжает эту горизонтальную полоску слева снизу. И теперь я могу попробовать запарировать. Давайте попробуем это сделать. Разумеется, парировать я плохо умею. Вот, произошло парирование, делаем парирование, тем самым восполняем часть хп. И еще моя оболочка, когда парирует, она, короче, отравляет противника, насколько я понимаю. Как-то так. Да, видите, я в отравлении, я хилюсь. Но если нам не нравится интерфейс отравления, можем использовать гриб, который убирает отравление. Ну, то есть расходники, как в Dark Souls. Здесь у нас всякие, скажем так, лорные вещи. Очень весело, очень здорово, очень интересно. И опять же, чем больше я вещей юзаю, тем больше я узнаю о них. Очень крутая механика, серьезно, просто нет слов. Потом дальше пройдем, расскажу о прокачке персонажа. Его прокачке, его вещей. Пока что качаю только эту оболочку, потом еще воина прокачаем. Здесь всегда лагает, это норма. Но с этими ребятами проблем уже быть не должно, мы их просто разрываем. Потому что мы жесткие. Здесь надо было становиться камнем, но я забыл. Здесь, в принципе, можно грибы использовать, с красной шляпкой грибы хилят. Я заговариваюсь просто настолько под эмоциями, что просто, блин, слов нету, как круто. Так, здесь по-хорошему идти в другую сторону, но мы пойдем сюда. Потому что мы любим что? Мы любим приключения. Здесь, короче, видите, стрелы летят. У них немножко очень странные хитбоксы. Но, да, лок цели немножко с ума сходит иногда. Но, как говорится, ничего страшного. Так, пацаны. Давай по одному. Это просто самая эффективная атака, поэтому я только ею пользуюсь. Противники, кстати, могут и своих убивать. Смотрите, вот сейчас нас будут стрелять. Превращаемся в камень, не получаем урона. Офигительная штука. Просто офигительнейшая. Здесь главное не упасть. Посмотрите на пафосный дэш назад. Вы просто посмотрите, насколько стильно все сделано. Насколько с любовью поработали над этими анимациями. Здесь мы можем забрать несколько ништяков секретных. Атаки с разбега нету, либо ее еще не добавили. Так, тут мы вроде бы почти все забрали. Тут мы сейчас скоро поговорим с торговцем. Мне кажется, я демку уже до дыр затер. То есть все, что можно было посмотреть, посмотрел. Я надеюсь на это. Знаете, раньше смотрел, игра круто выглядела. А когда поиграл, еще круче. Из интересного, вот сейчас я могу... Подобрал вот эти грибы. Смотрите, желтая шляпка от отравления, красная шляпка хилка. Хилят они как самоцветы жизни. Вот, и видите, здесь они через вот этот кружочек, когда он, как бы скажем так, кулдаун пройдет, можно снова вернуться и собрать еще больше хилок. Как по мне, интересная механика. Ведь большой дядька, очень большой, очень злой, но мы его попробуем завалить профессионально. Он бьет, мы становимся камнем и убиваем его просто. В принципе, ничего сложного. Когда персонаж прокачан, понятное дело, круто, легко. Смотрите, здесь есть капкан. Если получится показать, смотрите, через него можно перепрыгнуть атакой. Ну, насколько здесь охренительно проработаны мелочи, только посмотрите. У меня до сих пор нету слов насчет того, насколько круто это сделано. Здесь мы можем влететь в этих ребят, и пока они будут драться, превратиться в камень, не получить дамага. Ну просто посмотрите. Ну все, меня вот выбили из оболочки, у меня есть 3 секунды, чтобы вернуться в нее. Ну какое-то время. Я возвращаюсь в оболочку и показываю, кто тут главный. Можно ногами лютни играть. Если мы ее пинаем, происходит музыка, но это не так интересно. Мне кажется, это ошибка. Видите, слева снизу у меня пропал кружочек белый. То есть я не могу воскреснуть. Ну, банально, в оболочку вернуться. Если нас завалят, нас выбьет из нее полностью. Здесь мы можем бахнуть батон,
и он нас будет хилить. Здесь есть еще одно очень интересное место. Я не знаю, как туда попасть легитимно. Я научился только вот так попадать. Смотрите. Закатываемся сюда разок. Второй разок. Третий. Нам нужно попасть наверх. Это, короче, какой-то глич, мне кажется. Нас должно подкинуть. И персонаж окажется вот в том месте. На стриме у меня так получалось. Сейчас что-то не получается. Я отвечаю, получалось. То есть я крутился, крутился, как идиот. Вот, видите? Вот так. Здесь можно подобрать ништяки. И, в общем-то, все. Противники иногда багуют, иногда клипуют, потому что все-таки демка. Сами понимаете. Как я люблю начинать. Начинаем с этой атаки. Причем в камень можно превращаться в любой момент. Это невероятно круто. Как я думаю, вы уже поняли. Второй дядька идет. Мы превращаемся в камень, не получаем урона. Можно комбинировать легкие и сильные атаки. Тоже очень круто. То есть боевка выглядит очень перспективной, как по мне. Идем сюда, потому что здесь есть торговец, у которого можно всякой фигни купить, не знаю зачем. Ну, раз можно, мы купим. Я парень простой, вижу ништяки, беру ништяки. Торговец. На кого-то он мне похож. Здесь можно купить улучшалку для пухи. Лютня. И вот этот колокольчик я всегда беру, не знаю зачем. Еще можно купить большой болт. Я не знаю, как его использовать, честно. То есть, вот смотрите, он у меня есть в инвентаре. Глядите, shells. Не-не-не, инвентаре. Вернись назад. Немножко еще путаюсь в интерфейсе. Вот смотрите, equipment, вот. Одна пуха и вторая. Что это такое? Возможно, во второй руке у меня лежит болт. Я не уверен, я не могу это использовать. Плюс его улучшить нет возможности. Так, первую зону мы с вами прошли. Единственная бетка, демка безумно короткая, безумно. Я боюсь, игра будет короткая, я так этого не хочу. Есть еще один секретный скрытый сундук. И здесь какой-то идол, с которым я не знаю, как взаимодействовать пока что. Бежим дальше. Игра достаточно темная, возможно, придется осветлять. Смотрите, мы прошли дальше и встретим сейчас местную хранительницу огня, если это можно так назвать. Вроде бы это она, как говорится. Здесь мы с ней разговариваем, она говорит, хочешь прокачаться? Такой, ну давай, почему нет? Здесь доступно немножко, остальные вещи недоступны. Здесь разные возможности, то, что мы хилимся, когда под отравлением, когда получаем дамаг, есть возможность получить урон в стамину и прочее. Идем дальше. Здесь у нас лежит кузница. Это улучшалка первая, потом вот это я еще не нашел. Могу улучшить на плюс 5. И, по-моему, это максимум. Да, больше не могу. Вот эти штуки за последнего босса вроде бы дают. Один раз дали. Как-то так. Как дальше улучшать, не знаю. Смотрите, здесь лежит оболочка воина, его меч. Здесь лежит оболочка ловкача и его, ну, чизл, клевец. Идем дальше. Здесь у нас первые противники опасные. Ну, не то чтобы прям опасные, но неприятные. Здесь я успел включить оболочку, не получил урона. Реально, я когда первый раз проходил, я очень боялся, ну, потому что противники действительно давали по попе. Больно было. Этим персонажам выгоднее ходить в отравление, потому что он хилится. Здесь очень крутой противник, смотрите. Он вырывает из себя мечи и кидает их. Когда у него остается мало хп, он отрывает себе голову. Смотрите, отрывает голову. Еще не отрывает. Блин, он должен отрывать голову. Вот там потом еще будут, и он взрывается ядом. Вроде бы. Нет, видимо, ядом он взрывается только, когда голову отрывает. Понял, плюс принял. Есть несколько противников. Лок цели очень сильно помогает, потому что иногда можно притянуться. Здесь мы с ним подеремся сейчас. Можно, кстати, запарировать было красиво, но я не стал. Вот, смотрите, отрывает голову, кидает ее в меня. Если не запарировать ее, она травит. Но мне выгодно травиться. Потому что это хилка для меня. Здесь у нас секретное место. Так сказать, секретный местный лаз. Здесь у нас имеется совсем немножко истории. И улучшение для оружия. Но оно у меня уже улучшено, больше я улучшить не могу. Возможно, потом меч смогу улучшить.
Так что вот как-то так. Здесь лучше обойти, потому что там сейчас будут проблемы. А тут у нас один противник под углом стоит. И думает, что его не видно. Потом идем сюда, тут второй. И третий. Третий ушел далеко, но мы, наверное, начнем с ним бой. Покажем ему, кто тут главный. Он должен уже голову отрывать. Он оторвает голову. Увернуться от нее так очень сложно. Потому что у нее очень кривые хитбоксы. Здесь достаточно большой противник, опасный, неприятный. Но он очень красивый. Ну и можно красиво обилкой добить его. Как-то так. Здесь снова улучшения. Но у нас они уже есть. Там можно было бы вернуться назад, но это не имеет смысла. Но мы сходим. Все, посмотрим. Просто чтобы было. Здесь, по-моему, несколько противников будет еще. На меня должны были прыгнуть. Да, там этот дядька стоит, кидается. В принципе, у него ништяк, давайте заберем. Не знаю, как я мог его пропустить. Ну, как видите, я мог. Я, наверное, похилюсь, потому что там идти с боссом драться. А боссы опасные, ребята. Здесь его можно скинуть. Да, все, он упадет. Главное вместе с ним не упасть, потому что я пару раз падал. Блин, вот зачем этот болт? Я так и не могу понять, ради чего они. Ну и все, получается, у нас остался только босс. Босс, я думаю, мы сейчас унизим за 2 секунды. Здесь еще один неприятный противник, но мы на него вылетим с двух ног. И покажем, кто тут главный. Знаете, он меня сейчас, по-моему, победит. Это было опасно. Это было очень опасно, ну ладно. То есть чуть-чуть считаешь себя крутым, все, тебя убивают. И это первый босс в бета-версии. Enslaved Grisha. Ну, с моим дамагом это будет быстро, скорее всего. А вот за воина будет немножко дольше. По атакам у него прям ничего такого интересного нету. Первая атака — это безумный дэш на меня. Это можно пережить вот так. И просто роняем его своим ультимативным дамагом. Ну да, получаем по лицу, нормально. Люблю быть кривым. Ой. Если честно, такой фигни у меня не было. Почему, спросите вы? Потому что обычно, когда он меня выбивал, я всегда успевал зайти. Офигеть. Ладно. Есть еще негласный челлендж пройти игру вот такой, то есть без оболочки, то есть таким вот голым мужиком. Но мне кажется, это невозможно. Ничего не хочу сказать. Но здесь нам придется делать спидран. До босса, потому что драться нет желания, можно, конечно, грибы собрать. Они еще не заспавнились. Постараюсь не залажать. Если лучше стать таким. Этот говнюк иногда блочит проход. Но сейчас он не успел. Здесь тактикульно просто пробегаем. Я не знаю, как я залажал, ребята, простите меня. Руки кривые, горе в семье. Надо оболочку по-хорошему вернуть. Оболочку вернули. И Гриша не дадим сейчас по роже. Не всегда получается все как надо. Он иногда бьет и падают сосульки. Блин, я думал, он не попадет, если честно. А он попал, зараза. Далеко бьет. Я нажимал ворот. Иногда он очень забавно роняет. Сейчас будет прыгать, да? На самом деле весьма опасный противник. Это он застагерился, можно его дамажить в этот момент. Особо без опаски. Уворачиваться достаточно легко. Можно прям в полете таким становиться, то есть железным каменным. Ну и в общем-то босс повержен. Здесь сосульками может завалить еще. За него мы получаем какой-то ништяк. Если честно, этот мужчина никогда за мной не приходил так далеко. Но, видимо, раз он хочет подраться, мы подеремся. Блин, братан, ты что-то опасный. Может, запарируем его? Слушайте, это не так уж и сложно.
Добиваем. Когда я парирую, я делаю такое облако. О, слушайте, мне новую штуку дали, такое не было еще. Вот это вот новая фигня. Я, честно говоря, не знаю. Короче, следующее парирование что-то делает с противниками. Вот это есть? Следующее парирование тоже что-то делает. Есть еще какая-то голубая фигня. Stamina Regeneration. Ой-ой-ой, слушайте, это полезная фигня. А я не знаю, что это дает. Next Parry Potion. Ага, следующее парирование светом бьет, парированием и еще чем-то у меня теперь. Так, ну как-то так. Как-то так. Да, эти штуки позволяют, смотрите, можно в любой момент поменять оболочку. Вот, нажав на эту кнопку, либо нажав на... Подождите. А, слушайте. Это оболочка воина, это оболочка ловкача, а это оболочка... Это третья оболочка? Но мне написано, что я не могу ее использовать, потому что я ее не знаю. Блин, разработчики, какие же вы негодяи. Вы дали затравку насчет того, что за оболочка тут будет, но не даете возможности применить ее. То есть я могу прям показать, смотрите. Мы то есть берем банально, используем вот эту штуку, треугольник, и превращаемся в воина. Как вы можете заметить, оружие не меняется, к сожалению. Вот, и также совершенно обратно можем легко поменяться. Это не могу использовать. Ну, это всякая дополнительная хилка. То есть вот как-то так это выглядит. В следующий раз я запишу геймплей с воином. Здесь мы в конце получаем несколько ништяков. Вот. Так что как-то так. Ну, если подойти сюда, нам скажут, молодец, ты это прошел. И, в общем-то, теперь будем рестартить за следующий класс. Как-то так. В общем, надеюсь, вам понравилась игра. Мне безумно. Дискорд, ссылка, ну, все, что надо, чтобы понять, как участвовать в бете, как, возможно, получить ключ. Все будет в Дискорде разработчиков. Дискорд будет в описании, в коммите. В общем, как-то так. Огромное всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Счастья, здоровья. Пишите комменты. Надеюсь, было и будет интересно. Так что, как-то так. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Hill Hearts.